Приветствую, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Сегодня у нас Пасха. Всех поздравляю с Пасхой. Фроя Остерн всем. И мы сегодня решили пойти на дачу и пожарить шашлыки. А как мы это будем делать, сейчас я покажу в видео. Так что пошлите смотреть, как мы жарим шашлыки. Совсем испортилось, пошел дождь, но мы все-таки отважно продолжаем жарить шашлыки. Я и сказал, несмотря на то, что идет дождь, мы все-таки продолжаем жарить наши шашлычки. Они уже практически готовы. Вот здесь Дан стоит, Максим стоит. У руля шашлычник Дан. У руля шашлычник Дан, да? Да. И помощник Максим? Да. Хельфрин. Помощник, кстати? Да. Ну, действительно, погода очень испортилась, как-то резко с утра шел. Точнее, шел. Было солнце, а сейчас уже пошел дождь. Вот они какие аппетитные. Очень плохо, что камера не передает запах. Ах, пахнет очень вкусно. Je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, il est heureux, devait s'entendre, pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ce jour de fête, le cirque est plein d'automats. Le spectateur est dans la tête, le spectateur s'est opéré à préfracos, apostrophe, tu sais ta page. Погода не очень, идет дождь, и приходится жарить в таких вот экстремальных условиях. Стоять под дождем и жарить шашлык. Но дождь нас не останавливает, и все равно шашлыки мы дожарим.
А сейчас уже выглянуло солнце, и мы здесь уже можем уходить. Прошло буквально, наверное, минут 10-15, и все, и дождь закончился, и опять светит солнце. Сейчас Дан насаживает грибы, еще будем жарить грибы на шампурах. Потом улитки пойдут. Потом улитки пойдут, да. Которые сейчас выползут после дождя. Там уже сосиски пожарились у нас. Сейчас я их продемонстрирую. Вот целая куча сосисок и шашлык. Очень вкусно все. Давайте туда поставим. Давай. Ну вот у нас уже начинают жариться грибы. Только что найдены. Только что найдены после дождя. Они здесь так же, как и дождь, растут быстро. Минут за 10. Да. Трагедия. Почти упал. Да. Ну ничего. Упадет. Упадет. Я спасу тебя. Горячий, да? Нет. Он еще не готов. Выкинь. Угу. Соленые, да? Сука, вот это. Рассольник какой-то. Мы сейчас пробуем сосиски, и вот эти вот сосиски, вот эти маленькие, тут маленькие, баварские так называемые, они очень соленые. Они пиво, наверное, как раз. Может быть, не знаю, но они очень соленые. Они ужасно соленые, они не просто соленые. Оно здесь продолжает жариться грибочки. И на заднем плане играет гармошка. Ну все, мы заканчиваем жарить наши шашлыки. Сейчас пойдем немножко праздновать Пасху. Будет у нас застолье семейное. И таким образом мы будем праздновать этот праздник. Я сейчас нахожусь на даче. Вот можете посмотреть, за мной находится дача. И как я говорил в предыдущем видео, вот так вот украшают деревья к Пасхе. Вот видите, стоит дерево, украшенное яйцами пасхальными. Погода, конечно, меняется прям буквально ежеминутно. Был дождь, сейчас опять светит солнце, на улице стало тепло, очень хорошо. Ну все, как я сказал, видео будет заканчиваться. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Всем всего доброго, всего хорошего и без бальт. Чус!